В Одессе открылся новый стадион. На 14-й станции Фонтана появилась полноценная арена для пляжных видов спорта с трибунами и всем необходимым инвентарем. Открыли и сразу понеслась. Мужские и женские команды поборолись за победу на 4-м этапе Кубка Украины по пляжному волейболу. Одесситы заняли 3-е место, а в финале сошлись 2 команды из Запорожья. Причем в обеих играли спортсмены родом из той же Одессы. Победил дуэт Резник-Гордеев. Среди девушек сильнейшей стала пара из Сум – Самадай-Сулима.